небосклоне дня. Закатным золотом одаришь меня. Земли родней. Не притронуться к любви, а у меня сейчас собачка далматин, и я гуляю с ней, пора сгуляй, и все, что кто-то может съесть один. Ясны на две банки разделяй, а у меня собачка далматин. Мы вышли, попрощались по зоопарке и растворились в разных городах. Два аккорда песни на гитарке, на тех 500 веселых поездах. А у меня сейчас собачка далматин, и я гуляю с ней, пора сгулять. И все, что кто-то может съесть один, а я с ней на две банки разделяю. А у меня собачка далматин. Нам пофартило, лучше не бывает покинуть эти гиблые края. По всей тайге бараки догниваю, где разменялась молодость моя. А у меня сейчас собачка далматин, и я гуляю с ней, пора сгуляй. И все, что кто-то может съесть один, а я с ней на две банки разделяю. А у меня собачка далматин. А у него собачка далматин. И он гуляет с ней, пора сгулять. Все, что кто-то может съесть один, а я с ней на две банки разделяю. А у меня собачка далматин. Облаками там и тут разные нас автобусы. У тебя другой маршрут. Дым кольцами. Облаками там и тут разные нас автобусы. У тебя другой маршрут. Милая, ты стала ближе. Так чего ж ты лезешь? Тишина болью дышит, взгляд ее печалью сушит. А может, это ты, тоскуя, подобными проходишь мимо. И коробку спичек жмя на три сигареты прима. Дым, дым, дым кольцами, облаками там и тут. Тебя другой маршрут. Дым, дым, дым кольцами, облаками там и тут. Разные нас автобусы. У тебя другой маршрут. Хотя никто не просит.
мной. Облаками там и тут развел нас автобус. У тебя другой маршрут. Дым, дым, дым кольцами. Облаками там и тут развел нас автобус. У тебя другой маршрут. У тебя другой маршрут. Салам улад, друзья. Мы ведем репортаж из хорошего мексиканского ресторана. Никакого подведорочного, да. А это family operated, то есть это семейный бизнес, ресторан хороший мексиканский. Вот привет вам из Мексики, привет вам от Аль Пачино. От Аль Пачино. Еще дальше будем говорить. Окей, okay, go ahead. Thank you. О, oh, Маргарита. Хорошая Маргарита, она он и сидела. Да, да, да. Юрик рядом, Юрик. Свобода Юрия Деточкина. Так что все хорошо. Сегодня у нас 5 сентября. Завтра, сегодня вернее, у Юры день рождения, а завтра у меня день рождения. Но мы еще будем справлять дальше. Да. Ну давай, пока мы это выпьем по чуть-чуть. У нас там еще вискарь хороший и все. Время у нас сколько? А, еще только 16:05. Мы еще в парк поедем, будем кайфовать. Рекс будет плавать. Да. Привет вам. Да, а подобие нашего. Ну, не кутаб, конечно, но мексиканский кутаб. Но там, соответственно, чипсы здесь приготовленные на месте. Да? Соусом, да. И касадиас – это наши кутабы, да. Вот две порции взяли больших. Дальше еще нам принесут другое. Но это все локал, локал. Локал из локал говядины – все локал. О, вот пришло главное блюдо. Это стейк фаджитас. Стейк. Это хороший стейк. Смотрите, какой хороший стейк. Хороший, delicious стейк. Ай-яй-яй-яй-яй. А это фаджитас. Баранина. Он Юрикелла работает с бинс. Из авокадо, райс, а это королевский буррито, королевский буррито, королевский буррито, о, такой вкусный, а это такой, как не съешь, а мы, слушай, мы в Баку рождены, мы будем кушать и кушать, ребята пришли в ресторан в 11 часов утра, ушли, или в 12, ушли в 11 ночи. И столько времени, ну как, они ели, пили чай, ели, пили чай, ты понял? Разговаривали. 10 часов в ресторане. Это же кайф. Я понимаю. Не, они не обжирались, э? Не обжорство это, а потихоньку, потихоньку. Они сидели, разговаривали, чуть-чуть что-то поели, потом взяли чай с лимоном, с вареньем, попили, поговорили, посидели. Чуть-чуть время прошло, еще немножко чуть-чуть заказали что-то, понимаешь? По чуть-чуть. А ты что, это хорошо. Фазиль Мерлин Буда, извини, да, это не наш, конечно, стол, бакинский, азербайджанский блюдо, но тоже неплохо. Хорошо. Да, это тоже неплохо. Это хороший локальный мексиканский ресторан, не какой-то подашевый, там около дороги. Да, это в городе, в маленьком городе. Один маленький таун называется. Да. Ну вот будем продолжать пирствовать.
Много пить не будем. Вот пиво чуть-чуть пьем, пиво. Я давно не пил, уже от пива опьянел. А это называется тортиес. Некоторые называют, не могут назвать название этого произведения. Это произведение, это у нас называется наличники. Как у вас? На воде. Как у вас называется? Наличники? Да. А, наличники. Ну, у мексиканцев называется тортиес. Мы уже почти заканчиваем трапезу. Да, это, конечно, не наш бакинский стол, не наш белорусский стол, да? Да. Белорусский стол был хороший, особенно в деревне, да, в духовочке. Ох, кабанчика там, да? Ох, на углях сделать, да? И начинить его как надо. Конечно, дома. Это... Вот здесь находишься около океана, а этого нету, да? Вот такого запаха моря нету. А в Баку когда вот ты? Ну ты не был в Баку. Твой друг знает, который служил у нас. Он не служил, учился в высшей военно-морском училище. Когда только подходишь близко там, за километр даже, ты уже ощущаешь, понимаешь, запах. А здесь какая-то тина, что-то. А там именно море, понимаешь? Там йода много. Да. Да. Ах-пе-пе-пе-пе. Бунабаре. Бунда джамаат чабабили. Бунда джазир. Одиноцка. Пячем. Hello. Hi. А? Не хочет, боится. Наверное, лесбиянка. Раз не отвечает, а? Лебезянка. Алекс, это... Какает. Иди сюда, не надо. Лекс, сюда. Оп. Гуляй. Бе. Не, открой, это настоящая креветка. Это же не искусственный. Не, подожди, надо что-то сделать. Это убери оттуда. Расстели вот эту. Мы не ожидали, что это будут креветки, конечно. Это креветки свежепойманные. А нахуя ты их сюда выкидываешь? Ну как? А как? Подожди. Как? Матом прошу в моем доме не выражаться. Сейчас я вам покажу. Вот это свежевыловленные в Тихом океане креветки. Это здесь есть такой баркас, да, ходит, ловит. Это не то, что здесь где-то в магазине покупаешь и, не знаю, как будто... Настоящие, вот это натуральные. Наверное, пойманные 2 часа назад, может быть, да? 3 часа назад. Да, сваренные. Ну, они, вкус какой у них? Великолепный, да? Сладковатый, правда? Ну, как он такой должен быть. Да. И как же? Как наши каспийские? Эй! Почти. Один к одному. Пе. Пивасик у нас тоже есть. Кайфуем. Правда, мы не ожидали, что креветки будут. Но ничего страшного, в целлофане. Ладно, кайфуем. Вот Рекс настоящий бакинец. Креветки кушает только так. Любит креветки. О, молодец. Рекс! Как дела, Казаш? Дорогие моя, от порыва ветра. Нормально, Кагуля? Сейчас тебе хорошо будет. Идешь с поникшей головой.